Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро и Машка. Вообще, сегодня будет очень интересная серия. Я вам не буду спойлерить. Машка тоже еще не знает, но хотя бы по названию названия. Вы уже 100% поняли, о чем идет речь. В общем, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Ну и, конечно же, вопросик дня. Напишите ваше странное событие, которое с вами происходило в жизни. Прям какую-нибудь мини-историю, либо еще что-то. Реально очень-очень-очень-очень странное событие. Я, например, могу рассказать. Короче, один раз, короче, я такой встал специально рано утром, думаю, ну, сейчас сделаю все дела. И такой что-то прям вроде там посидел, отдохнул, там поел, и бац, уже вечер. А, я помню, ты мне это рассказывал. Это год назад было, по-моему. По-моему, что-то такое было. По-моему, что-то было. Напишите, да, это интересно. У меня, кстати, тоже такое было. Я, короче, пришла, по-моему, когда еще училась, пришла со школы, короче, такая, все устала, думаю, сейчас на часик прилягу, короче. Этот, и меня будет мама такая, я думаю, чё? Я думала, уже следующий день, короче. Я уже, знаешь, что я зубы пошла чистить, в школу снова собираться. Прям в одежде, короче, мама такая, ты курицу есть будешь? Я думаю, какую курицу? Сейчас, типа, 8 вечера, я такая, чё? А я там, знаешь, там портфель собрала, там ещё, там этот. Вот такая вот история. Ребята, пишите в комментариях. Кстати, смотри, какая тут электричка. Давай зайдем в электричку. Ты была, Машка, в электричках вообще, нет? Конечно, конечно, была. Тебе нравится? Я один раз, короче, уехала. Я сидела вот на вот этих вот стульях, да? Но. И, короче, электричка резко затормозила, понял, да? И у тебя минус зуб, короче, с тех пор. Реально? Да! Я стухлась зубом. Блин, это так больно было. Я еще мелкая была. Я не помню, но, по-моему... Ну, с учетом того, что ваша зуб говорит, то я думаю, короче, ребята... А так у меня же брекеты стояли, и капа стоит, короче. А вы вообще знаете, что иногда я шепелявлю, потому что у меня стоят ретейнеры? Никто не знал, а теперь будете знать. Ну, это такие пластмассовые штучки. Это такие... Нет, это, короче, сзади к зубам крепляется такая железная штука, и эту штуку можно хоть всегда вообще на всю жизнь, короче, оставлять. Ну вот, минимум на всю жизнь надо носить. Зачем? Это чтобы зубы не смещались после того, как брекеты поносил, короче. Так, Машка, вот. Давай, у нас сегодня вообще чрезвычайная ситуация. Ты в курсе, что это электричка-призрак? В смысле? А чё я тогда тут бегаю? Машка, вылезай. Ладно, помнись на призрака. Точно такая же электричка была, когда я ездила, когда мелкая была. Короче, рассказывай. Мне Людочка рассказывала. Хочешь верь, хочешь не верь. Но мы сегодня, короче, с тобой должны будем это испытать. Короче, вот это, по идее, заброшенная электричка. Вот она сегодня сейчас стоит вот здесь около депо. А все как бы с ней нормально. Сейчас, подожди, ну-ка, можно подудеть? Бавлю. Вот так вот. Ну-ка, проверим. О! Да это скорее не гудок, это скорее какой-то, не знаю. Ой-ой, а чё она? Не знаю. О, всё, выключил, офигеть. Сигнализация сработала. Сигнализация, угоняет электричку. Ну-ка, если подожди, если два раза нажать, то будет что ли это? О, реально сама, прикинь, офигенно. Можно бит создать, кстати, электрический. Да. Так, ну что ж, короче, Машка, рассказывай. Людочка сказала, что если на ней уехать ночью... Ты чё, в воздухе стоишь? Я не в воздухе. А, ты на этом, на заборе. Короче, если на ней уехать ночью, то, короче, ты можешь попасть в альтернативный мир, короче. Хоррор. Да это что? Ну да это этот, как его? Шуточки, чтобы набрать классы, знаешь? Хайп, короче. Хайп. Ты думаешь, Людочка хайпует? Да Людочка всегда хайпует, особенно я, мне. Я не думаю, что Людочка вообще тот человек, который любит хайповать. Ты посмотри просто на Людочку. Ты посмотри на Людмилу. Да думаешь, она похожа на человека, который хайпует для того, чтобы набрать денег, понимаешь? Она хайпует? Хайпует. Людочка максимум похожа на старую цыганку, но не на это. Которая обманывает на деньги. Не, Людочка, кстати, никогда никого не обманывала за меня все время. Меня обманывала. Когда? А ты что, помнишь, когда мне сказала заплатить за хату, я уже заплатила, она прибежала ко мне, просила мне деньги. Так это я тебя затроллил, это не Людочка была. Так, это что ж? Да? А, нет. Так, это что? Короче, значит, ребят, у нас сегодня все-таки миссия будет, нам надо будет проверить вообще, реально на электричке вообще куда-то уехать ночью или нет. Короче, нет. Машка, ждем ночи. Машка, заходи сюда. Машка, сиди. Машка, перди. Машка, не перди. Все, сидим, ждем. Машка! Машка! Ай!
Все, подъем, подъем, подъем. Ночь на дворе. У меня ночь такой сон был, мне снились чипс. А ты? Все, тебе приснится сон, где я у тебя отберусь, ем чипсы, короче. Я тебя тогда побью. Нет, я тебя во сне побью. Нет, я. Проверим, помахаемся. Помахаемся, махачи. Ладно. Так, пойдем, короче, в электричку, смотри. Че, Машка, страшно? А что, серьезно пойдем? Пойдем, пойдем. А может нет? А может да. Ну я как-то не хочу. А че ты не... Ты же не верила, Машка. Да нет, ну знаешь, как бы доверяю, но проверяю. Смотри, а что может произойти? Смотри, на дворе ночь, мы просто сядем одни в заброшенную, заброшенную электричку. Да, да, даже да. Не знаю, что может произойти. Да. Мы чисто проедем непонятно. Круг и вернемся на место, и по идее, Машка, что-то должно произойти. Надеюсь, ничего не произойдет. Проверим? Ну, и мне некуда деваться. Если я скажу нет, ты все равно меня заставишь. Конечно, поэтому... давай, Машка, заходи. Ладно. Машка, заходи. Машка, не перди. Зашла. Можно я в туалете сидеть буду? Давай, давай, давай. Так, все, я начинаю старт. О, ничего, напугнул. Погнала, погнала. Офигеть, слышишь? Смотри. Она... сейчас реально в параллельный мир с тобой, кажется. Она Лучит. Реально хорошо гонит, смотри. Ты, слушай, Курякин! Ой, ты только нажала, она уже 50-ку набрала. Уа! Ой, вообще хорошо едет. Телек был. Вообще Майнкрафт лагает. Все нормально, нормально лагает. Майнкрафт это вообще Майнкрафт отлично. Это жизнь. 70 гонит, нифига. Нормально вообще. Это же 80 почти, смотри. Ага, нифига. Слушай, электричка реально так может есть, что-то не помню. Кстати, это вообще такая электрички прям... Электрички быстрые вроде, это одни из самых быстрых, не? Не-не-не, это короче... Ну хотя, знаешь... Ой, аккуратно, ой, Машка! Ой, ой, ой. Там сейчас все пробьем, все блоки. О, отлично, ой, ой, ой. Живы, целы. Ой, это что было? Это был капец. Осторожно! Ой-ой-ой! Посторонись! Ой-ой-ой! Так, я начинаю... О, соточку разогналась. Так, я начинаю замедляться. Ой-ой, ну-ка, осторожно, Машка. Так, Машка, мы подъезжаем, мы подъезжаем. Так, сейчас я буду тормозить. Ой-ой! Чё-чё-чё, так ты тормозим? Это что было? Я не знаю, так выходим, Машка. Ой. Слышал? Ой. Машка? А? Кошмар, Машка, какой, что это такое? Я не знаю. God. Что это? Это очень крипово. А что, смотри, посмотри. Кстати, стекло, иди сюда, подожди, иди сюда, стекло посмотри. Я вижу. Мы как... реально в параллельной реальности. Смотрите, наш дом и двор, что с ним? Я не знаю. Машка, зайди внутрь, капец, Жень, здесь смотри. Крипово. Нет, ты зайди внутрь. Крипово. Машка даже боится, смотрите. У меня аж лагает, смотри. Офигеть. Кошмар. Оно должно так лагать. Нет, смотри, мне а ничего у нас не лагает. Был тут снеговик? Был. Был? Был. Когда? Ты посмотри, кстати, тут железные терпрутья. И посмотри, какой тут пол деревянный, как ужастика, короче, обычно. Офигеть. Слушай, пошли к нам домой. Давай. Мне... Ой, смотри на луну. Квадратная. Слушай, вот это крепота, вот это крепота. Согласна. Так. Слушай, Машка, что ты... хочется выйти. Что-то мне... Так, ну-ка, зайдем. Заходи. Ой. Ого, подъезд ты какой. Офигеть. Смотри, такие двери, короче. Я не знаю. Как в этом, блин. Ой-ой-ой. Смотри. А это паутина, что ли? Ну, разбитые... А, разбитые окна. Это разбитые окна, смотри. Мне дизайн вообще не нравится. Офигеть, смотри, какой детализированный, она прям такая. Да, посмотри, посмотри тут на втором этаже тоже, короче. Сейчас я иду. А тут не иду. Должна была ничего быть? В смысле, что ничего быть? А, ну тут же фотка была, не? Туда, но она искажена вся фотка. Кошмар. Офигеть, слушай. Капец, слушай. Вот можно было. А это тоже было? Вот было. А, ладно. Слушай. Так давно не была дома. Слушай, заметил, ну это крепота. Пол, короче. Да, и пол, и стекла, и... Слушайте, ребят, вот это крепота. Пошли наверх. Там грядки был, медведь. А, ты уже нет, наверху. Медведь нормальный, слава богу. Офигеть. Смотри, какой... Смотри, у нас город весь стал вообще другой. Мрачный это... очень стал он. Вообще очень мрачный. Смотри, даже бассейн. А, смотри! Посмотри на же хпшку и на голод. А, да. А что это? Нотки, короче.
И что это значит? Нотки. Нотки. Машка, иди-ка сюда, посмотри на кран, ты сейчас офигеешь, иди сюда. Обалдеть, это что такое? Он из паутины, что ли, или это прутья, короче, железные? Нет, Машка, а, это... А, подожди, ой-ой-ой! Это кетчуп с обоями. А если наверх залезть, что будет? Кетчуп со мной? Эээ, ты что делаешь? Ого, звуки, подожди, иди сюда, Машка, подожди. Сейчас. Я слышу, да. Ой. Ударь меня. Офигеть! Ой! Ой! Машка, что-то крепота! Да крепота вообще! Это же! Ты ж хотел проверить! Вот проверил, вот молодец! Вот я хочу залезть, посмотреть, что там наверху, короче. Офигеть. А, весь кран такой стал. Весь прям. А слушай, а будет что-то видно, если я прям за. Ой, это стекло тоже разбитое, короче. Сейчас я тоже лезу. Давай. Давай посмотрим, вот что-то будет видно, короче. Офигеть, ой, короче, знаешь, крепотушно. Блин. Капец, Женя, мне это не нравится. Женя, я хочу домой. Мы Женя, сейчас... давай уедем отсюда. Короче, мы скорее всего на этой электричке. О, сможешь туда попасть? Куда? В воду. И ты где? Машка, иди сюда. Ты я уже на концу крана. Концу. А как туда залезла? Так вот там лестница есть. А о, где? А, у тебя. Нифига себе. Вот. А куда там воду-то? Посмотри. Ой, там, смотри. Кстати, ой, смотри, какой дом крепотушный. Да. Ой, это, смотри, в подвал что-то уходит. Смотри, ты видишь? Да, я тебе говорю. Офигеть. Ребят, вы видите, туда кого-то затащили? Прям следы. Кошмар какой. А в какую воду попасть надо, которая под краном? Да, которая под краном. Правильно, вот правильно. Сюда? Правильно. Оп, получилось. Слушай, на кране как-то кажется все безопаснее, чем у нас во дворе. Ну, как тебе сказать? Посмотри, так... какой вот этот блок. Где? Кстати, вот, смотри, вот. Вот тут, ой, вот, смотри. Ой, пошли в деревню, сходим. Смотри, что это такое. Где? Вот это, смотри. Вот, прям. Ты, посмотри, Машка, смотри. Я вижу, что глич какой-то. Да. Офигеть, деревня, жители крепотушки. Посмотри, тоже какие. Смотри, какой фонарь, иди сюда, Машка, смотри, люки железные. Такой старый фонарь. И тут заржавевший стреколодец. Колодец. Он заржавел. Да я вижу. Офигеть. И здесь, обалдеть, короче, смотри, кузница вся заржавела. Житель такой там сидит, помогите. Смотри, прям ржавая. Да, слушай, еще пролаги такие, вот такие непонятные, короче. Да нет, ты просто на калькуляторе сидишь, Машка. Да слушай, да сам ты на калькуляторе сидишь. Купи мне новый тогда калькулятор. Что же мне... И ночью... Тихо. Че это? Не знаю. Тоже это слышал, да? Че это за звуки? Машка, ты слышишь? Крепота! Подожди, я звук крепота! Крепота! Я слышала, я тебе говорила еще, когда мы на электричке подъехали, там такое же было. А я не слышал. А я слышала, поэтому я хочу отсюда послышать. Подожди, иди сюда. Это слышно только здесь, смотри, если сюда подходишь. Вот. Потому что там лес, может, поэтому. Я не знаю, я откуда эти звуки, слышишь? Ну, я думаю, это лес, наверное. Лес, 100%. Это же типа крепотушный майн, значит, а там деревья странные, значит, это из-за леса, короче. 100%, тебе говорю. Офигеть. Ну это очень крепотушно. У меня прям мурашки пошли. А можем уехать? Машка, я думаю, а если мы не сможем? Да мы сможем. Ну не может быть такого, чтобы не смогли. Но меня хотя бы радует, кстати, что тут эти NPC-шки все. О! Машка, текаем! Что такое? Ты слышала вообще? Ты куда? Я в магазин. Ой, я тут почему-то хожу тут. Где? Хожу. Смотри, какой паркур стал. Он вообще стал неяркий, он серый стал. А его тут вообще нету. Где? А ну, кстати, ты заметил, он разрушен город? А-а-а. Ты чё, тебе разрушен город? Смотри, тут вообще плитка. Ой, давай вот этот хай-тек дом зайдем, он теперь смотри, какой крепотушный. Он такой красивый был, что с ним стало? Офигеть, смотри, внутри как страшно. Обалдеть. Как? Но полки красивые. Как чисто меняется. Да, и просто все из-за вот этого вот. Слушай, тут смотри, вообще камин, короче, этот. Ой, страшный камин, а Женя, тут, смотри, камин плитка. Страшный. А тут плитка, смотри, прям да. На стенах. Это знаешь, как вот в этих ужастиках, в этих больницах, короче, плитка. Обычно. О, ты слышишь? Кошмар. Слышу. Мне кажется, это вот эти тут лица вот эти.
И вот это дерево, я тебе говорю, это из-за дерева, 100% дерево. Все, погнали, погнали, мы сейчас садимся снова в электричку, попробуем сделать круг, и по идее мы сможем отсюда выбраться, Машка, что думаешь? Я надеюсь, что мы сможем выбраться, потому что мне уже тут не нравится, у меня жалость пятая точка, короче. Так, ну-ка. Сейчас, сейчас. Машка, не заводится. Садимся, в смысле? Ну, я не знаю, сейчас подойду. Пусть не заводится. Не заводится, Машка. Да в смысле, попробуй еще подергать за что-нибудь. Не получается, не получается, не заводится. Не получается. Машка! Женя, что делать? Машка! Что делать, Женя? А как зарядить? Как зарядить поезд? Что делать? Я не знаю. Капец, крепотушно. Машка! Я хочу уехать отсюда! Так, сейчас попробуем. Так, ну-ка. Так, давай, я тоже. О, все. Я жму тоже, смотри. О, все, мы отправляемся. О, боже мой, какой кошмар. Слушай, это какой-то вообще у меня, знаешь, вот эту вот, всю вот эту вот серию просто в напряжении находится одно место, короче. Ребята, вы поняли, какое, так все, уезжаем отсюда. Я думаю, у вас тоже, если нет, то вы, короче, бесстрашные, потому что я вообще не люблю крепоту, у меня вообще просто... Это реально. Я из-за Майнкрафта могу... Черта не видно, что ты там говорила? Я говорила, что, короче, страшно. Я забыла, что я говорю. Ты меня перебила, я забыла. Ну вот, так, все, ребята, чисто фурычим по бырику. Сейчас попробуем отсюда чисто уехать. Сейчас, надеюсь, мы вернемся в нормальный город. Сейчас я максимальную скорость ставлю. Давай максимально. Слушай, она разогналась за 101, а раньше за 100 максимум разгоняла. Смотри. У нее раньше максимально... Да. Смотри, я прям сигналю. Чук-чук! О, смотри, вообще разогнали. Да, реально, скорость очень большая, до 101. Да. Машка, берегись. Я берегусь. Нормально все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Машка, держись. Я держусь, иначе этот... Короче, держусь. Все, да? я сигналю. Давай. Ой-ой-ой. Сейчас замедлюсь. Заносит. О. Все, встал. О, подожди. А? Женя! Ты нормально? Да, мы, смотрите, мы сделали круг, и мы теперь на нормальной нашей станции. О! Я же говорил, электричка проклятая была, Машка. У меня этот нет слов, одни эмоции. Я никогда больше не поверю Людочке и тебе тоже. Я буду прятаться. Так она правду сказала в итоге-то. Ну вот именно, поэтому лучше в нее не верь. Только пошли дома, проверим, все ли там нормально. Давай. Давай, Машка, быстрее иду, беги. Иду. Ой, как же все-таки няшно, понятно, когда все. Ой, как всё хорошо. Вот... Это чья кухня? Подожди, я тут. Ты не туда забежала, Машка. Подожди. Давай. Что там? Машка, беги сюда быстрее. Машка, а сюда. Где? Наверх. О, вообще смотри, красота. Красота. Ой, хорошо. Ой, как смотри, какой хороший коврик. Смотри, оранжево-фиолетовый. Да, это вообще прекрасно, смотри. Нету ничего темного, гирляндочки, такое новогоднее настроение, так классно, хорошо, замечательно. В общем, дорогие друзья, мы, короче, справились, реально, электричка призрак, но если вы хотите, мы отправимся еще куда-нибудь. Нет, мы не хотим. Короче, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, Машке нужно больше крипоты. Нет! Это отличный рецепт для Машки. Ну, хоть ты хочешь инфаркт, мне что ли, не слабое сердце, не надо какой крипоты. Все, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока! Пока. Всем пока. Все, Машка, едем. Машка, переедем. Машка, сейчас уедем. Пока, все, я пока, все, до свидания.